Москва, октября 2019 год, Харькова. Луна выбирается из-за чердаков. Да, поразительно, насколько огромная она кажется визуально для наблюдения. Невооруженным глазом, насколько мизерна она через оптические приборы. Видно, конечно, плохо, потому как над самым горизонтом через слои атмосферы проходят отраженный свет Луны. Зато на фоне, что же ж такое, на фоне антенн видно, как движется Луна. Не так, чтобы и медленно. Будем их догонять. Красавица. Подарила нам природа октябрь безоблачный, помимо того, что дико жаркий. 24 градуса сегодня было в Харькове, 17 октября, напоминаю. И включили нам отопление, поэтому спим с открытыми окнами. Не знаю, где была голова у людей, принимающих решение врубить отопление, когда в шортах люди на работу ходят, если про меня говорить. Да, ну сейчас не об этом. Жара, чистое небо и луна. Харькове 17 октября 2019 года. Пятьдесят шесть по Киеву, и до Луны сейчас 390 километров. Тысяч, конечно.